Синоптики предупреждают, в Ярославской области может пройти ледяной дождь. Этим утром коркой льда покрылись дороги, автомобили и деревья. Из-за резкого потепления дождь, достигая земли, превращается в лед. В результате на дорогах образовалась сильная гололедица. Синоптики советуют быть особенно внимательными пешеходам, передвигаться максимально осторожно. А водителям не превышать скорость. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям осмотреть колеса и уделить внимание техническому состоянию своего автомобиля. Уважаемые водители, чтобы снизить риск попадания в ДТП в зимних условиях, обратите внимание на состояние шин, на их соответствие требованиям правил дорожного движения. Проверьте тормозную систему. От равномерности затормаживания колес зависит устойчивость на дороге. Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В первую очередь это касается правильного выбора скорости движения, что позволит вам в случае опасности вовремя остановить автомобиль.